неправильно был использован голос, да? Все твои данные ты воткнул в одну скромную песню. Можно было бы обойтись и без микса. Микс это высокий голос, да, то, что... Параша, что они несут, а что они несут? Вот под носом у нас талант был. Димаш, тебя не ценили. Вот он в Китай уехал, потом сейчас весь мир его сейчас любит и уважает. Нет, нашим покажешь, они говорят, Леха, обзге, твой герек, твоя мать, блин. Не ценят нашу талантливую молодежь. Пап, не имею. Я диджеем стать хочу. Трек написал, послушай. Лишеновна. Диджеем хочу стать. Нет, в голове вообще. Есть у тебя что-нибудь? Мозги есть? Иди отсюда, бар. Сабам дока. Железнодорожником будешь, понял? Димаш вот жалко. Салам алейкум. Помогите, пожалуйста, да, чем можете, а? Не могу уехать просто никуда. Руки и ноги есть, что не работаешь? Да работал бы просто, возможности нету никаких вообще. А так работал бы, конечно. Эй, Ержан, да не спрашивай у него, нет, я уже спрашивал. А да? Дайте, пожалуйста. Салам, да. Помоги, пожалуйста, помоги, а. Табу герик тинь жаса. Доча, ну хоть имя скажи, ну, Доча. Мам, ну это просто друг. От матери родной нельзя скрывать, давай, говори. Мы просто друзья. Какие друзья? Вы там в губки целовались? Мам, я же видел. Мам, ну... Доча, пока отца нету, вы там это со своим предохраняйтесь. Мам, ты чё? Я в бабушке не записывалась, мне вот это не надо, поняла? В аптеку заходите, билет встретим. Доча, сейчас у вот этих парней... Они вообще испорченные. У них на уму одним только это. Секс. Секс только им подавай. Они сейчас такие. Им только подавай. Кисоньку. Кисоньку и подавай. Ассаламу алейкум. Да, да, салам. Азим, да? Да, да. Я по объявлению. Сказали, вы можете поддержать в трудную минуту, да? Да, не проблема, конечно. Давай, 20 тысяч не стоит. 20 тысяч? Да, да. Вот. Все. Что рассказывай? Чего у тебя там? Блин, у меня там с братвой проблемы, конкретно душат, наезжай, здесь же, блин, вот конкретно не знаю, как быть ему. А ты чё? Проблемы такие, да. Ну все, не проблема, я тебя поддержу. Да? Я тебя поддержу, брат. Да? Я тебя поддержу от души. Держись. Держись, нормально все будет, брат. Нормально. Достойно, веди себя, главное. Задний там не включай, спокойно все, на расслабоне. Все, брат. Все, что ли? Ну да, я тебя поддержал. И все же за 20 тысяч, что ли? Нет, это не все. В следующий раз скидка будет. Все, моя визитка здесь. Любой вопрос поддержу, давай. А так-то мем простой. Появилась, не запылилась. Где ты этих криворуких находишь, а? Ходи, исправляй за ними все теперь. А я взяла вот этот набор последний, знаешь, хороший. Я тебе скину, тоже бери. Ребенок, бедолага, все ждет и ждет, ждет и ждет. Ой, Жанна, не пойму. Давно бы манатки собрала бы, ушла, знаешь. Наш отец, думаешь, лучше, что ли? То же самое. Вчера детей терпишь, знаешь. Бог его знает, какие рыбалки, знаешь. Джанам, а твоей-то сколько лет? 4 года. Ой, куда растут? Моя тоже уже кобыла. 7 лет в школу ходит уже. Еще раз кому-то другому пойдешь, исправлять больше не буду. Ты самое главное учись. Вот где мои кавалеры? Толпами бегали. А сейчас вот сама тащу всю семью. Ну, будешь с такими ногтями ходить, он с тобой долго не будет. Случай в операционной. Скальпель. Ножницы. Доктор, кажется, мы его теряем. Не боись, все нормально будет. Что-то один метр сунул. Сопля отсоса. Ужасно просто. Вы гений, доктор. Ну вот, видишь, мы его спасли. Да-да. Ты хоть что-то смотришь? Яхта красивая, да? Да, классная. Супер, с вертолетом. Вот через 5 лет куплю себе такую же. Будем кататься. Родственников возить, семью свою возить буду. Лето, зима, осень. И моих родственников тоже. Нет, твоих будет 21-го Наурус будет и 8-го Наурусу будет все. Не понимаю, а что это ты круглый год своих родственников, а моих только 2 дня, что ли? Я же буду покупать. Ты вот своим братишкам скажи, чтобы купил, и катайся с своим родственниками. Нифига
Нифига себе, ты же ремонт закончил. Твои родственники, если придут, будут мебель поцарапают, там весь бар опустошат будет. Ой, что ты думаешь, мы яхты не видели, что Терек вовторсин, яхта вообще сама себе куплю яхту. Вот купи себе яхту. Сама буду не буду, не надо там. Сначала купи себе яхту, велосипед, аренду даже не можешь оплатить. Аренду заплачу я. Куда садиться здесь, ты одно место всего лишь. Ну вот, садись туда. Уорнджук даже, мил, велосипед, уорнджук, яхту. Брат, надо уже жилье себе купить, квартиру купить, и спокойно будет. Квартиру? Да. Кстати, про квартиру ты слышал, да? Че? Короче, там, знаешь, сократили не стоимость квадратного метра, а сам квадратный метр. Теперь в одном метре 8 сантиметров будет. Прикинь, вот такое красивое решение. Да. Ничего себе. Это ладно, вот, мне вчера бабушка пришла и говорит, сократили выплаты пенсионные. И не только выплаты, но и само слово пенсия сократили. Это как? Ну теперь моя бабушка будет получать не пенсию, а пенс. Слово сократили. Интересное решение, креативное. Если бы казах снимался в Голливуде. Алло, Джон Картер, я на 35-м шоссе в дайнере нахожусь. О господи Иисусе, я на 35-м шоссе в закусочной нахожусь, закусочной. Я, твою мать, не деген сайхасын сен саңырауысын ба, не деген айуазын сен. Мен донеркада тұрмын, донеркада. Саң не алып беремесі, курица не ба, дейді, дайда дейін алып берем ба. Не деген маңқаусын сен, айуан дейдейші. Уақыттың қалай өткенін сенің жаны дүрік. Сау бол. Сау бол. Сау бол, заебал. Ай, долбан, чайрак, ёлка. Ай, ищи, ищи. Ты хочешь, анекдот расскажу? Нет. Петька и Чапаев, короче, идут. Эй, тесте, знаешь, полжирамай. Кетугры. Алло, Расым, я подъехал. Выходи давай. Да, сейчас выйду. 5 минут подожди. Оденусь резко. Пошел нахрен тогда. Тебе время?